Добрый день, зрители модного шопинга. Мы вновь в павильоне у Юсуфа. Мужская одежда, производство Турция. Поговорим мы сегодня о футболках до 80-го размера, вы их увидите, ветровки до 85-го размера, а также зимние куртки, костюмы для отдыха, поло, футболки, ветровки. А также, как всегда, есть распродажа по 200 рублей футболки и другая мужская одежда. Называть мы будем сегодня две цены, розничную и опт. Будут вопросы, задавайте всегда напрямую Юсуфу, он всегда вам готов помочь и подсказать. Ну, а мы начинаем. Так. Юсуф, добрый день. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, наши покупатели, наши подписчики. Мы, конечно, немножко было у нас долго, не была съемка. Теперь мы сегодня хотим съемка для вас, ради вас. Потому что мы получили новый модель, новый товар, зима-сезон, а цены в цене. Давайте начнем ветровка, покажем, потом дальше будем посмотреть, что здесь костюм много, штаны много. Вот эта ветровка очень солидный, посмотрите, очень солидный, симпатичный, даже на школьник можно. Видите, мы специально положили здесь поло, и можно под рубашка, и можно под поло, и можно под свитер, и можно под водолазка. Бомбер называется, бомбер. Внутри карман есть, по бокам карман, низу резинка, рукава на манжетик. Качество хорошее. Смотрите, они оптом цена 1900 рублей, 1900 рублей, а штучный 3000. Это для нашей подписчики. 3000 размера от 46 до 56. Так. Теперь есть вот такие, тоже бомбер. Это немножко такой плотный, но такой легкий он, очень легкий. Вот сзади и вот перед. Расцветка разные, черный, темный, синий, разные цвета. Оптом цена 1900 рублей, штучный тоже 3000. Бомбер, зима-сезон, сейчас можно носить их даже. А вот это есть такой же. А, мне который это показывал, вот она, и черный. И бежевый. Очень интересная модель. Бежевый тоже красивый смотрится, и черный тоже. Одинаковая цена 3000, штучный, оптовый цена 1900. А вот это тоже бомбер, такой прикольный, хаки свет, очень симпатичный. Тоже 1900 оптом цена, штучный, 3000 для нашей подписчики. А потом есть у нас вариант, вот эта модель. Если мы капюшон, это с капюшоном, капюшон снимается, и мех тоже снимается. Здесь на воротник только мех. Давайте внутри покажу. Вот внутри. Это очень дорогая модель. Материал очень жесткий. Очень долго можно носить. Качество хорошее. По бокам замки. Внутри карманочка. Эта сторона тоже карман. А эта сторона тоже карман внутри. На рука тоже карман. Может кто-то деньги туда поставить. Может что-то другое. Оптовый цена 3000 оптом цена, а штучный 4000. Это самый дорогой вариант. Турция, чисто Турция, качество хорошее. 4000 штучный, оптовый цена 3000. А вот эта модель, он тоже как бомбер. Вот эта модель тоже как бомбер идет. Не как бомбер, он бомбер вообще так. Вот воротник у него. Он бомбер. Сверх идет, внутри идет толстовка. Толстовка только шапка, капюшон. Вот сейчас откроем замок. Замок откроем. Вот внутри есть еще замок. Это капюшон для бомбер прошита. Он не снимается. Второй замок откроем. Будет вот так. А внутри одна карман. И по бокам два кармана. Есть цвета, 4-5 расцветка есть. Пока здесь два расцветка, еще есть других цвета. Есть зеленый с белыми, а есть белый с коричневым капюшон. Качество хорошее. Оптом цена их 1000, оптом цена 2400, оптом цена, а штучный 3500.
если кому-то интересно, 3500 штучный. Это все то, что я показывал, они размера от 46 до 56. А вот это вариант, ветровка, тонкий, очень легкий. Здесь два кармана, а внутри тоже карман есть. На груди два кармана, внутри тоже карман. И вот здесь по бокам тоже карман. На все карман замок есть. А на рука вот здесь тоже один карман есть. С капюшоном. Капюшон снимается. Он прямый. Если его мы, если хотим, значит здесь можно, вот это шнуров. Здесь внизу есть внутри шнур, оба стороны. Это мы вытащим, затягиваем, он будет на резинка. А сейчас вот прямой. Если хотим, можно его на резинка делать и одевать. На замке идет тоже Турция, качество хорошее. Если что, оптом цена 2500, а штучный 4000. Вот внутри карман, замок. Эта сторона тоже карман, замок. Я думаю, на один ветровка 4-5 карман хватит. 6 карман даже идет. Так, 4000 штучные они. Вот такие варианты тоже прямые. Его можно тоже вот это затягиваем, будет на резинка. Тоже оптом цена 2500, штучный 4000, хорошая ветровка. Цвета разные, вот это. А вот эта модель, ветровка тоже, по бокам карман, на груди одна карман для паспорта, для документа. Здесь для какой-то вещи, если секретный, можно сюда бросать, не видно будет. Вот так поставим, он не видно уже. Внутри тоже карман есть с капюшоном, капюшон снимается, все здесь прошито, качество хорошее. Оптом цена 2200, а штучный 3500. Это можно тоже, вот это затягиваем, будет на резинка. А так сейчас прямой. Его можно на резинка делать. Эти модели ветровка, качество хорошее. Вот здесь белый, двухсторонний он. Один сторону белый, другой сторону черный. Оба сторону есть карман. А это свет, горчичный свет, внутри черный. Это двухсторонний ветровка. Это можно даже девушка одевать и можно мальчик. Качество хорошее. Оптом цена 2000, а штучный 3000. Двухсторонний ветровка. Только два расцветка. Еще вот эта модель есть. Капюшон снимается. Это уже теплый. Это теплый куртка. Качество хорошее. Цвета хорошие. Вот она. Два расцветка. Есть такой цвет, а есть такой цвет. Только два расцветка. Оптом цена 2000, штучный 3000. Капюшон снимается, размер от 46 до 56. Ветровка, которая была немножко плотная, я показывал. Вот ветровка, которая совсем тонкая. Сейчас можно ходить. До 15, плюс 15 тоже можно ходить. На минус 10 тоже можно ходить. Вот эта ветровка. Ветровка, смотрите. Покажу вот сзади. И вот перед. А такая же есть цвета, вот она. Вот эта расцветка. И вот эта расцветка. И такая же есть вот такие расцветки. Вот она. Значит, черный, синий и вот белый. Три расцветка. Ветровка очень хорошая, качество хорошее. Размера очень тонкие они. Это материал не как вот это. Это плашовочный, видишь, здесь плашовочный. А здесь такой плотный материал, качество хорошее. Ветровка 46 размер до 54-56 размер. Оптом цена 1900, штучный 2500 по акции распродажа. Хорошая ветровка. А есть еще вот такие варианты. Однотонный. Вот она. Перед однотонный, сзади вот так надпись есть. Качество хорошее. Ветровка размер от 46 до 54. Оптом цена 1900, штучный 2500. А есть вот такой модель. Это без плечик. Он такой балахон. Качество хорошее. Оптом цена 1900, штучный 2500. А вот эта модель. Только такой цвет осталось. Такой плашовочный хороший. Размер от 46 до 52-54. Оптом цена 1800, штучный 2000. Это распродажа, уже 3-4 штуки осталось. А вот эта модель есть, у нас качество хорошее. Размер тоже разный, от 46 до 54. Оптом цена 1900, штучный 2500. А вот это цвет, очень хороший цвет. Вот сзади и вот перед.
качество хорошее. Они оптом цена 1900, штучный 2500, хорошая ветровка, тонкая ветровка, внутри сетка идет. Вот эта тонкая ветровка, все внутри сетка идет. А потом есть вот такой вариант у нас, бомбер. Вот это бомбера одевает девушка и мальчик. Вот она, цвета, хороший цвета бомбер, качество хороший. Вот сзади, а вот перед. Сзади, перед. Качество хороший, размер 46 до 56. 46 до 56. Бомбер оптовый цена 2000, штучный 3000. Если кому-то интересно, вот закажите, мы отправим. Показывал, который молодежный, для школьники и модный, который красивый. Мы показывал для молодежной. И вообще так у нас товар унисекс. Можно девушка одевать и можно мальчик. Оверсайз есть у нас очень много вариантов, чего футболка и ветровка все есть. И костюм есть даже. Давайте покажем большие размера ветровка для нашей мужчины, который нас уважает и закажет. Это все для их. Вот она. Здесь есть ветровка хорошая. Смотрите. Вот эта ветровка, размер идет очень большой, очень огромный. Это называется гигантская ветровка. Очень тонкий, очень легкий. Низу манжет идет, на рукава кнопочка. Здесь два кармана, а по бокам тоже два кармана. А внутри тоже два кармана. Значит, 6 карман, я думаю, на один мужчина хватит. Деньги тоже там можно положить, и паспорт, и очки, и другой. Сигарет, для сигарет тоже есть карман даже. Вот, размера они 72 до 85 размер. Великан, большой размер. Даже такой же есть 62 до 74 размер. Есть 64, значит, до 85 размер. Очень дешевый вариант они. А вот это 48 до 56. Качество хорошее, молодежное. Здесь манжет, рукава, кнопочка. Здесь есть три кармана. Вот вверх, а внутри два кармана идет. Качество хорошее. А есть вот такой прямой. Более солидный смотрится, более симпатичный. А есть вот такой вариант. Тоже 46 до 56. А есть вот такой очень огромный. Вот эта модель 72 до 72 до 84-85 размер. А есть здесь хаки свет. Вот она. Хаки свет прямой. Тоже большой размер до 74 размер. А есть вот такой до 74 размер. А есть вот такой до 85 размер. Очень огромный. А если кто-нибудь их у нас закажет, они тонкие ветровка, они очень тонкие, очень легкие. А если кто-нибудь закажет, они очень дешевые. Оптовая цена, вот то, что я показывал, оптовая цена, они 1400, а штучные 2500, как цена футболка. Смотрите, ветровка на 300 килограмм человека, значит 84 размер, самый большой. 2500 стоит. Это просто смешная цена. Цена один футболка просто. Вот смотрите. Если кто закажет у нас, пожалуйста, большие размера только. Вот ветровка великан, большой размер и супер великан, и гигантский ветровка. Можете посмотрите внимательно. Вот отсюда держите вот так. Вот отсюда держите вот так. И вот так держите. Который мужчина носит ветровка, свои ветровка вот так размер делайте, пожалуйста, и нам отправьте, скажите, вот 78. Они вокруг, значит, сколько будет? 156, да, 156 будет вокруг. Есть больший размер, это самый маленький. Есть. Какой размер хотите? У нас вот эта ветровка тонкая. А 48 размер до 85 размер размера есть. Просто померите вот так и все. Мы уже понимаем, какой размер будет. Если мы просто размер скажем, закажете вы, просто размер говорите и закажете, мы ошибаем. Или будет маленький, или будет большой, потому что это очень большие размера. Мужчина живот есть, мамончик есть.
на него будет или маленький, или большой. Лучше вот это живота, где живот, мы вот так померим, будет размер на размер. Вот. Еще есть вот такие модели, 52 до 64 размер. А есть вот такой вариант, 52 до 64 размер. В общем, вот эта ветровка, которую я вам показывал, они 1400 оптом цена, штучные 2500 по акция, по распродаже, закажите. Смотрите, наши покупатели, посмотрите внимательно, у нас вот это не снимаю, здесь зимняя куртка. Здесь зимняя куртка, вот наверху примерно, здесь вот так идет зимний, а вот такие модели черные, а вот такие встачный цвет, качество хороший, вот бежевый цвет такой. Вот фиолетовый цвет такая, и вот здесь бежевый цвет. В общем, здесь разные цвета. Если кому-то интересно, спросите, я фото скину. Размер вот это наверху, от 46 до 56. Короткая куртка, теплая куртка они. Штучные они 4000, теплая куртка, хорошая куртка. Они все фабричные, качество хорошее. А вот здесь у нас есть длинная куртка, эти я тоже не буду снимать, потому что очень много вещей, очень много товара у нас. А вот эта длинная куртка, у нас разные модели, разные рисунки. Если кому-то интересна длинная куртка, молодежный, они до колена, колено даже прикрывают. Они оптом цена 3000, а штучные 4000 для наших покупателей. Куртка, которая длинная, для 40 градусов можно ходить зима, зимняя куртка. Если что, закажите, мы отправим 4000 штучный, а оптовая цена 3000. Все, дорогие наши покупатели, наши подписчики, посмотрите, я то, что была ветровка молодежная и большой размер, и который куртка длинная, я показывал. Давайте покажем, сейчас здесь идет хороший, красивый жилетка. Вот эта жилетка у нас 4, 5, 6 расцветка. Вот эта жилетка. Размер этой жилетки идет 46 до 56. Жилетка очень красивый цвета, очень расцветка хорошая. Черный тоже есть такая же. Очень много модель. Капюшон снимается, качество хорошее. По бокам карман идет, на карман замок. Внутри тоже есть карманочки. Они оптом цена 1600 рублей оптом цена, а штучный 2500. А вот такие варианты есть, тоже расцветка разная, вот она. 4-5 расцветка черный, такой хаки и темный синий есть. Оптом цена 1500 рублей, а штучный 2000. 2000 можно. А вот это тоже другая модель, качество хорошее, однотонный, без надписи, без ничего. Мы пока еще не отпарили, потому что только получили вчера. Капюшон снимается. А внутри мембрана идет, внутри вот так мембрана идет, и карман идет внутри. Очень тонкий, очень легкий. Так, размер от 46 до 56. Оптовый цена 1500, штучный 2000. А вот это мы показывал уже. А вот такие варианты есть. Тоже 4, 5, 6 расцветка, качество хорошее. Капюшон снимается, размер от 46 до 56, оптом цена 1600, а штучный 2500. А вот эта модель, оптовый цена 1700 рублей, а штучный 2500, качество хорошее, без капюшона. Без капюшона. Еще есть у нас один вариант, вот наверху. Вот это есть у нас серый свет с капюшоном. Капюшон не снимается. Вот это тоже капюшон не снимается. Хаки свет, серый свет и темный синий. Вот это три расцветка, капюшон не снимается. Жилетка размер от 46 до 56. Оптом цена их 1500 рублей, а штучный 2000. Если кому-то интересно, закажите. А потом у нас есть вот такой вариант. Сейчас я покажу, который... Так, вот она. Вот это еще есть великан. Вот эта модель. Размер от 50-52 до 64 размер есть. Это великан, большой размер, если кому-то интересно. 2500 штучный, оптовая цена 1600 рублей. Дорогие наши друзья, наши подписчики, очень внимательно посмотрите наш ролик, наши съемки, наши видео, потому что у нас очень-очень интересные вещи и очень самая низкая цена.
вы можете достать отсюда. Вот, посмотрите, у нас есть так, штаны, вот штаны. Штаны трехнитка, плотные, плотные штаны, хлопок, трехнитка уже, плотные штаны. Здесь хаки свет, вот график свет, темный серый график. И вот такой свет, и есть черный свет, и есть светлые серии, разные цвета, 5-6 расцветка. Оптом цена 650, штучные 1000 рублей. Это все для вас. А это штаны, низу идет манжет. А, значит, размер от 46 до 56. А есть еще другой вариант, такой же. Сейчас я покажу. Здесь есть такой же, других. Вот. Одинаковые, просто здесь идет на резинка. А тут был на манжет, это на резинка. Тоже трехнитка. Качество хорошее, расцветка очень много, разные цвета, черный, светлый серый, это график, и есть темный синий, и черный, и хаки свет, вот она, хаки свет, качество хорошее. Они оптом цена 650, а штучный 1000 рублей. А давайте покажу еще, который у нас других вариантов совсем. Вот эта модель, прямой, вот она, вот это убираю, вот она, прямой. Без манжет, без резин, молодежный, качество хорошее. А, есть светлые серии, зеленые, темные серии, темные синие и черные. Оптовый цена 650, а штучный 1000 рублей. Трехнитка, плотные штаны, качество хорошее, размер от 46 до 56 размера. Так, теперь давайте покажу. Вот это вариант, вот это вариант. Это однотонный, без ничего. Внизу резинка идет, качество хорошее. Это великан, большой размер, от 52 до 64. Цвета темный синий, темный серый, черный и зеленый. Качество хорошее, светлый серый тоже есть. Если что, оптом цена 650, штучный тоже 1000 рублей для нашей подписчики. Они очень распродажа. Эти штаны, которые я вам покажу, которые я вам показал, они, мы здесь продаем 2000, а для вас они очень дешевые, по 1000 рублей. Дальше, здесь есть вот штаны, очень много вариант, это все по 1000 рублей, штаны, акция распродажа. Если кому-то интересно, напишите, мы фото скинем. Штаны я вам показывал, видите, все по очереди покажу. Здесь есть футболка, смотрите, сколько расцветка, сколько модель, сколько рисунка. Очень много модель у нас футболка оверсайз. Футболка оверсайз, значит, унисекс даже. Можно девушка носить, и можно бабушка, можно дедушка, можно молодежь. Эта футболка у нас 700 рублей даже оптом цена. Я покажу, какой штукный будет. Оптовый цена 700 рублей, а штучный, значит, у нас идет 1000 рублей. Вот эта футболка у нас 1000 рублей штучный, оптовый цена 700 рублей. Это все для вас. Потому что эти футболки мы здесь продаем 1700 рублей даже. Смотрите, я что-то покажу. Вот она, такая футболка есть, цвета разные. Вот такая есть. И вот такая есть, цвета разные. Вот такой цвет, цвета разные. Вот она сзади. Вот такой есть 5-6 расцветка. И вот такая есть 5-6 расцветка. И есть вот такая модель. Вот есть такая 5-6 расцветка. Вот это тоже такая цвет. Вот это 5-6 расцветка. Но эти футболки, они чисто Турция, качество хорошее, оверсайз, очень много цвета, 700 рублей оптом цена, штучный 1000 рублей, это все для вас. Здесь есть еще у нас, не покажу, конечно, это раз, в следующий раз, может, покажем, если что, толстовка есть у нас хорошая. Потом, вот это костюм, который футболка, шорты. У нас немножко осталось, они турецкие же. Кому-то, если интересно, напишите, по 1000 рублей распродажа. Они были оптовые цены 1600 рублей, а сейчас по 1000 рублей распродажа. Где-то 20 штук у нас осталось, разные цвета и разные размера. Если что, закажите, мы отправим их. Так, посмотрите, у нас вот такие свитшоты есть молодежные. Цвета белый расцветка. И вот такой цвет, и вот такая цвет, и такая цвет,
и вот такая свет, и черный свет. Вот это свечет молодежный А44 до 52. Если кому-то интересно, напишите. Они штучные 700 рублей, оптом цена тоже 700 рублей. Качество хорошее, они распродажа просто. 700 рублей оптом и штучный тоже одинаковый. Если что, кому-то интересно, у нас есть вот такие варианты свитера. По 1000 рублей, турецкие свитера. Вот она, по 1000 рублей. Вот здесь то, что я покажу, они все по 1000 рублей. Вот это распродажа, все по 1000 рублей. Конечно, они молодежные, размера 46 до 54. Вот она. Вот это все по 1000 рублей, распродажа, акция. Вот, напишите, мы отправим. И толстовка есть теплая. Вот толстовка, я не покажу. Если кому-то интересно, толстовка с начесом. Теплая толстовка. Если кому-то интересно, напишите, мы отправим вам фото, и вы выбираете. Толстовка тоже молодежная. Качество хорошее. Давайте теперь покажу костюм у нас, который... Вот она. Вот эта модель, костюм маленький размер остался. Если кому-то интересно, турецкий костюм со штанами, штаны на манжет, 2500. Два расцветка осталось. А если что, вот эта модель 3000, мешковина, штаны черные. Вот эта модель, 3000. Вот эта модель тоже 3000, штаны черные, верх коричневый. А есть еще других вариант, вот она, 3000. Еще есть сзади другой модель, вот она, все. Вот это костюм, все по 3000 у нас, качество хорошее, дальше не буду снимать, если кому-то интересно, по 3000 костюм, напишите, они маленькие размера остались. А вот здесь 4-5 расцветка, вот эта модель, если кому-то интересно, они тоже по 3000, вот эта модель тоже по 3000, качество хорошее, мешковина. Я вот то, что показал, они все мешковина. А вот теперь новая модель, мы получили вчера, послевчера, костюм, который на флисе. Вот это костюм на флисе, теплый, качество хорошее, не начес, флисе идет. Качество, материал хороший, вафлиный материал, очень хороший костюм. 5-6 расцветка, 2500 оптом цена, штучный 3500. А вот это тоже на флисе, качество хорошее, штаны на резинка, оптом цена 2500, штучный 3500. А вот эта модель тоже, вот это тоже 4-5 расцветка есть. А вот эта модель тоже 4-5 расцветка, на флисе теплые штаны, на резинка, оптом цена 2500, штучный 3500. А вот эта модель тоже 4-5 расцветка, на флисе теплые, качество хорошее, оптом цена 2500, штучный 3500. А вот это трикотаж, 4-5 расцветка, оптом цена 2500, штучный 3500. А вот эта модель тоже 4-5 расцветка, оптом цена 2500, штучный 3500. А вот эта модель тоже 5-6 расцветка, оптом цена 2500, штучный тоже, штучный 3500. На флисе, значит, теплый, плотный костюм, новый модель, качество хороший. Если что, покажу, который тоже трехнитка, плотный. Без флис, без начес, они трехнитка, но тоже плотный, хороший костюм. Они 2500 штучный, вот она, 2500 штучный и оптовый цена 2000. Сейчас вот здесь есть у нас вот такие расцветка, если кому-то интересно, вот эта модель, молодежный, трехнитка, плотный костюм, штаны на резинка, цвета темный синий, белый, бежевый и серый. Осталось со штанами. Размер от 46 до 56, если что, они оптовые цена 2000, штучный 2500, теплый костюм с худими. Еще есть другие варианты, вот здесь цвета разные, тоже трехнитка, 2000 оптовые цена, штучный 2500, качество хорошее. Еще вот эта модель есть у нас, расцветка разная, если кому-то интересно, вот она, значит здесь белый и бежевый, и темный синий, еще других цвета есть, серый цвет есть, на белый штаны черные, 2000 оптом цена, штучный 2500. Есть еще других вариант, вот такие есть еще. Это все не буду снимать, потому что здесь очень много модель. Вот это тоже 2000 оптом цена, штучный 2500, турецкий костюм. Вот это костюм, который с худыми, худи со штанами, они все чисто Турция. У нас они материал хороший, хороший, что качка не собирается, качество хорошее. 2000 оптовый цена, трехнитка, 2500 штучный. А других модель, вот она,
тоже цвета разные, трехнитка, штаны на резинка, качество хорошее. Они, эти костюмы, которые я вам покажу, которые с худыми, они длина до 1,2 метра идет даже, а 75 длина до 2 метра идет. Качество хорошее, они 2000 оптовый цена, штучный 2500 турецкий костюм. А если что, здесь есть вот такой вариант костюм, разные цвета, однотонный, без напс, без ничего. Значит, эти костюмы, которые с худыми, я покажу для вас, которые, они можно девушка одевать и можно мальчик с ним ходить. Они очень хорошие, очень приятные. Приятные, что они качка не собираются, и сразу после 2-3 стирка они не оторвет даже. Качество, материал хороший. Вот эти тоже расцветка разные. Качество хорошее. Трехнитка, плотный костюм. Здесь есть других цвета, другие варианты. Честно говоря, вот это, который я сейчас вам объясняю уже, смотрите, здесь на один ряд 20 костюм есть, на один ряд 20 костюм, видите, я все не снимаю, потому что не можем снимать, время много уходит. Вот такая есть еще другая расцветка, если что, напишите, они все одинаковые цена. И есть такая, цвета разные, вот она, и белый, и такой фиолета, и вот хаки, разные модель, разные цвета, и очень дешевая цена. Дешевая, что целый костюм, турецкий костюм у нас 2500, конечно, это дешевый. Вот они, можно девушка одевать и можно мальчик, качество хорошее. Вот, еще есть такой вариант, тоже белый, штаны черные. Если что, худи со штанами, это костюм, значит, это костюм можно одевать девушка и можно мальчик, можно женщина и можно бабушка. Если что, это костюм, цена достаточно, у нас, смотрите, по достаточной цене, значит, 2500 штучный, а оптовый цена 2000. Самый хороший костюм, турецкий качка не собирается, все надпись прошита. Пожалуйста, дорогие наши покупатели, посмотрите наверху. Честно говоря, не можем снимать. Здесь костюм, штаны прямой. А эти костюм тоже штаны прямой. Эти костюм оба размер от 52 до 64. Оптовый цена 2500, штучный 3500. А вот это штаны на резинка, это темный синий. Качество хорошее, тоже 3500 штучный. Вот эта модель без капюшон, большие размеры осталось. Если что, это костюм 3500 штучный. А вот этот костюм, я поближе покажу. Вот это костюм без капюшон, очень солидный костюм, очень симпатичный костюм. Штаны прямой, чисто Турция, черный и темный синий. Оптом цена 3000, штучный 4000. Самый дорогий костюм у нас вот это. Качка не собирается, материал очень хороший. Есть темный синий, вот она черный. Вот черный наверху и темный синий я вам показывал. А вот это теплый костюм, штаны черные на плиси. Если что, 3500 штучный. А вот это костюм распродажа 3000. Вот это костюм 3000 распродажа. Вот это распродажа. Они без плис, без начес 3000. А вот это костюм холодок. Цвета разные, маленькие размеры остались, по 2000 распродажа, если кому-то интересно, они со штанами, вот штаны падают. А вот эта модель 2000 распродажа со штанами, а здесь 2500 распродажа, это 2500 распродажа, а вот это на флисе маленькие размеры, то что осталось со штанами костюм, по 4000 по акция распродажа. А здесь есть костюм, вот она, посмотрите, пожалуйста. Если что, для наших школьников мы вот здесь положили костюм без капюшон, без ничего. Посмотрите, а вот это костюм все 1500 распродажа. Если что, вот это костюм 1500 со штанами. Это костюм все маленькие размера, а 46-44 до 52, все по 1500 распродажа. Акция. Если что, вот напишите, они все костюм. 1500. Это очень смешная цена, потому что за 1500 сейчас футболка можно взять. И вот это тоже 1500 костюм со штанами. Так, еще здесь есть много чего с капюшоном. Давайте я покажу, какой-то штук не будет хотя бы. Вот она. Вот это костюм 1500. Вот она, смотрите, они все молодежные для школьники. Распродажа, акция по 1500 костюм. Турецкие они, качество хорошее. Так,
Еще есть вот такой цвета. Сейчас я буду показывать. Одна секундочка. Вот это. Вот она. Тоже 1500 без капюшон. Это тоже без капюшон. А вот это с капюшоном 1500. И вот это тоже с капюшоном 1500. А вот есть такой цвет, хороший фисташный цвет. Тоже 1500. В общем, это костюм, который я показывал для вас. Они распродажа. Очень низкий цена. 1500 рублей. Семечная цена. Берите, пусть ваши дети одевают. Да, здоровье. Смотрите, наши покупатели, наши подписчики, мы все то, что возможно было, мы показывали для вас. Здесь много-много чего, которые мы не показывали, потому что не успеем. И очень много модель. И смотрите, пожалуйста, внимательно. Если вы ближе у нас, мы на рынке садоводы же, если вы ближайшие у нас, лучше приходите и подбирайте, потому что у нас очень много вещей. Со скидка, по распродаже, по акции. Если далеко, пожалуйста, закажите, мы отправим от и до для вас, чтобы не было между нами никаких обидно. Здесь есть еще такой вариант футболка, который однотонный. Если что, кому-то интересно, это однотонный, без надписи, без ничего, три расцветка. Размер от 48 до 56, плотный. Футболка, плотный материал, качество хорошее, тоже турецкий, 800 рублей штучный, оптом цена 600 рублей. В общем, у нас очень много вариантов. Футболка есть 500 рублей, и 800 рублей, и 1000 рублей. Значит, у нас есть 500 рублей до 1000 рублей футболка. Куртка есть, ветровка есть, шорт есть, штаны есть, так, спортивный костюм, маленький, большие размера. Очень много вариантов. Закажите до конец это видео, что могу говорить, что могу сказать для вас. Только, пожалуйста, поднимайте друг друга. Держите друг друга, любите друг друга, уважайте друг друга. Все будет между нами очень хорошее. До свидания, до следующий раз.